Привет, друзья! Всех приветствую! Значит, форум, семинар мы делаем по трудоустройству, значит, 3 ноября. Всех буду рад видеть. Программа почти подготовлена, надо только обрисовать там уже небольшие вещи. Лежит небольшая форма. Опять же, личные данные нам не нужны. Деньги ваши не нужны, там в коробочку по 10 баксов на пиццу кинемся. Начало в 6 вечера. Вот, пиццу закажем. К 6, я думаю, там народ начнет подтягиваться. Вот, пиццу почавкаем. Полчасика там раздуплимся. Вот, и начнем работать. Формат приблизительно такой. На анкете. Посмотрите, пожалуйста, это важно. Мне будет удобнее с вами работать. Как вас обзывать, называть? Там, не знаю, там Вася, Петя, Петрушка, там неважно. Цветочек, мне пофиг, да? А на e-mail мы просто зашлем вам приглашалово, где мы будем встречаться, в какое время, не дай бог, там, если что-то произойдет, меня автобус собьет. Вот. Ну, скорее всего, этого, я надеюсь, этого не будет. Вот. А разберем, значит, я думаю, там будет 2 минут по 40, две такие сессии, где я пробегу по основным компонентам и сделаем вопрос-ответы. Вот. У нас где-то 6 до 9 вечера у нас время есть. А у нас где-то 3 часа. Вот, и да, о себе буквально 2 слова. Специальность. Если у вас высшее образование есть, было бы классно. Вот, то есть гайки крутить я вас не научу. Вот, а если у вас есть вышка и какая-то специальность, вот, связанная с непосредственно айтишными делами, ну, пофиг, даже не айтишный, там бизнес, маркетинг, неважно, да, мне будет удобно с вами общаться. А подобью контингент, смотрю, какие люди, какие общие вопросы есть. 1-2 вопроса от вас, пожалуйста, тоже закидывайте. Они пригодятся. Они пригодятся. Будет проще просто выстраивать формат. Ну так вот, все. Ждем вас. Приходите. Даже если вы не болеете за Спартак, тоже приходите.